И всем привет, мы продолжаем проходить замечательную игру The Quarry. У нас тут голый Джейкоб. Эмма! И у нас задание найти Эмму. Чем мы сейчас будем заниматься? О, черт! Черт! Блять! Нас уже встречает эта старушка-призрак. А может, и не призрак. Эмма, это ты? И идем дальше. Ох, 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 ой, блядь. А где это? Это мы не на этом острове, с которого Эмма сбежала. Не, вроде нет, вроде это другой. Это такой фейл будет, конечно. Она только сбежала, он только прибыл. Судьба их постоянно разъединяет. Блин, тут лучше не нырять. А чё тут? А да, это не сильно глубоко. Учтем этот факт. С учетом того, во что мы играем, это может пригодиться нам в будущем. Блин, херовое дело. Вот дерьмо. А что там, след чей-то или что? Стой. Дай посмотреть. Да, сапог. Может, как раз того мужика, который его кровью облил. Так, и тут. А тут у нас что? Тут у нас камера. Что за камера? А, и карту памяти нашли. Карта памяти из грязно сломанной камеры, которая валялась в лесу. О. Вдруг на ней что есть? А вдруг? Только не потеряй так же, как этот херню от машины. Я не помню, что она там, бензо... Как он называется-то, блядь? Короче, не важно. Так, это мы такой путь прошли. Так, о, да. Я только хотел сказать, стопудово здесь есть карта Таро какая-нибудь. Справедливость, око за око и так далее. Заебись. Здесь нельзя. Ну-ка, стоп. Чайник справедливость. Между ними пока ничего не было, как я понимаю. Ни хрена, их тут много еще. Ладно. Передо мной есть, конечно, соблазн посмотреть в обзорах каких-нибудь все эти карты. Но я пока что не смотрел. Я пока что смотрел на те, которые выбирал в игре. И пока что собираюсь этого придерживаться. Так. Ага. Тема. Вот и нашлись. Что в тебя? Облегчение. Я так рад видеть тебя. Заслужил. Черт возьми. Возможно. Возможно, ты бросил нет. Меня там, урод. Вообще-то ты сама плыла. Ты чё? Ты
сама должна сказать. Что происходит? Ничего. Я не знаю. Там какой-то медведь напал на Ника и Эбби. Да, и на меня. Но это был точно не медведь. Что? Кто? Где? Как? Извини, я просто... Рад, что ты цела. Да, но чудом. Монстр, который на меня напал, был... Кто? О чем ты, Эмма? Был как из фильма ужасов. Ладно. Ну, это, наверное, был медведь. Мы типа... Его... Да, медведь. Ты что, дебил? Ты прекрасно знаешь, что это не медведь. Нет, ты права, права. А еще эти сраные охотники. Буквально на каждом шагу. Все очень круто. Это их рук дело. Столько крови. Да, но это не моя. Да, тот еще запашок. Без обид. Ладно. Ладно, надо валить из этого леса. Что? Серьезно, что ли? Знаешь, Джейкоб, ты не обязан всегда вести себя как мудак. Черт, ладно, знаешь что? Да, да, ты права. Прости. О, как ты достал. Охренеть, слушай, давай без этого. Очень прошу, я рванул за тобой, как только узнал, что тут какая-то тварь. Или твари. Их много. Много? А она откуда знает, что их много? Бежим! А сейчас капкан не поведет случайно? В каком-то видении вроде это было. Здравствуйте. И прости! Черт! Сам присел за ней гоняться, это тоже плюс. Да, спрячемся. Бесполезно эта тварь бежать. Мы все равно побежим. Так, на меня все наготове. Капкан! Капкан. Ёб твою, блядь. Нет, тут точно попадется, я уверен. Дух захватывает. Черт. Капкан! Я ж сказал. Сука, блядь! Черт! Это крюч, конечно, блядь. Намного еще нужно. Сука! Блядь! Давай, двери открывал, капкан тоже откроешь. Слушайте, вы... Зашибись. Но он пока что жив, меня это устраивает. Так, движемся дальше, возвращаемся сюда. У нас тут труп. Она заодно с охотниками? Не думаю. Ты как? Не знаю. Впервые ее вижу. Я тоже. А ее? Это Кейли Хэкет. Дочь мистера Хэ? Она вроде уехала домой. Кейли. А вот нет. Да. Я так думал.
О, блин, бедняжка. Ник! Ты так пахнешь. Мешаемся. Эй, дружок, сбавь-ка обороты, а? Съеби, Кейтлин. Ого. Ник, ты что? Так бы и съел. Эй! Иди он сюда. Тоже становится этим Ник, же. Ник, ты чего? А, отстань! А, берегись! Да отстань! Ник? Эй, ты как? Он приставал! Он там же чуть ли не рычит. Поможем ему, давай. Он все равно сам выпал, рано или поздно. Наверное. Блять, а может не стоил? Я не знаю. Он же теперь тоже оборот, блять. Ладно, иди. Почему я бы этого не подхватил? Теперь? Бля. Отдыхай, Ник. Бля. Прости. Немножко продублировалось. Ай! Хватит дергаться. Рана вроде чистая. О, крови нет. Но тебе бы к врачу. Так, это все, что было в медпункте. О, кайф. Молись, чтоб мы нашли врача, пока они действуют. Нам надо фиксировать все, что тут происходит. Для копов. Да, у них будут вопросы про труп в бассейне. Полегче. Нужны фотки всего подряд. У меня такое чувство, что копы нам в жизни не поверят, если у нас не будет доказательств. Хорошо. Если есть телефон и вы что-то видите, фоткайте или снимайте видос. Все-таки рядом Кейтлин, да. Чистая одна. Ты там как, Эбби? Может, пока поищешь что-нибудь, чтобы устроить Ника поудобнее? Сиди, ни капли крови на ней. Эх, эх, погнали, что-нибудь найдем. Вот. Лучше. Спасибо. Эй. Так, ну... Может, есть карта Таро? Главное, что я ищу здесь. Оп. Пусто. Чё это за комната вообще, блядь, такая? Так, тут у нас... О, луна. Как уместная медицина... Блядь, похуй. Идем дальше. Все, карта Таро найдена, можно... Можно и больше ничего не делать. Так, и стоп. Это темно так? Стоп. Строки, экран. И как тут? Так, мне кажется, получше. Всяко. Потом, если что, уменьшим. Я даже на видео замечаю, что темновато как-то.
Так. Жуткий рисунок. Изменилось всего за 12 часов. Да, такое бывает. Хуйня случается. Так, снова рисунок. А все, мы чего больше не можем сделать? Так, в эту мы вроде еще не заходили. А тут, наверное, тоже ничего нет. Это, видимо, душевые, блядь. Чего я не догадался? Давайте его под душ пустим и посмотрим, что с ним будет. Вообще охуенно. О, а что тут? Так, а где Калиб? Фотография отдыхающих. Это у нас кто? Фрагмент новейшей истории лагеря. Юный Райан проводит время с детьми Криса, Хэкета, Калибом и Кейли. Хрена себе у нас уже тут. Закрыто чего? История Хэкета, все закрыто просто. А не вот капкан на медведя. Нормально, кстати, уже, наверное, нашли. В принципе. О, с этим парнем что-то не так. Мне так кажется. Хреново. Видели, как он психанул там в воде? Да, он был как... как рыба на берегу. Да? Да. Я заметила кое-что, когда промывала его раны. В коттедже. Ты о чем? Их почти не было? Он был весь в крови, но я не нашла следов укуса. Или ран, ничего. Ну вот. А он все крутился, как будто не хотел, чтобы я смотрела. Бешенство? На людей не бросается. Эбби с тобой поспорит. Да. Так-то да. Вроде аквафобия симптом бешенства? Гидрофобия, да. Но это вроде бы страх пить жидкость, а не намокнуть. А он был... Как мой кот в ванне. Да. Отличные аналоги. Эбби. Да? Можно вопрос? Конечно. Я тебе нравлюсь? Ник. Пожалуйста, просто ответь. Скажи ты да, просто и все. Мне очень нравилось общаться с тобой этим летом. Ты будто... 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 что? Вот ты не хочешь отвечать. Ты реально, блядь, скажи просто да и все. Это же так и есть. Что? Я хочу тебя спросить. Ладно. Давай. Почему я тебе не нравлюсь? Ты нравишься ты ей. Нравишься, правда? Нет. Нет, я тебе совсем не нравлюсь. Ты чего? Скажи мне правду. Я и говорю правду. Боже. Вот же мне везет. Что? Ты не шибко умная, да? Дурочка Эбби. Нет. Ой, блядь, ладно. Подстилка. Влажная сучка. Это не ты. Ты другой. Я... Эбби, ты цела? Охренеть. Так, это, возможно, прививка пойдет. Его уже не спасти. Нет.
На нем вот так рано заживает, и тоже заживет. Вот это единственное, кого я знал, как спасти, поэтому я специально выстрелил, да. Не знаю бы я этого, я бы не стрелял. Так, все, остальных я не знаю, как спасти. Дальше будем полагаться уже на это. На что-нибудь. Но не на мою память. О. Так, вот наш лагерь, кстати. Пиво осталось, можно допить. Да, все подевались. Ладно. Так. Она такая громкая. Значит, я вожатая в пустом лагере. Мы с друзьями у костра. Потом начался дождь. И... тут еще монстры. Я пойду в коттедж. Ну, я бы тут сидел до утра, наверное. Опа, что это? Последнее. Это петарда? Это очень поможет, кстати. Я уже понял, что отбиваться она умеет. На месте не стоит, и это отлично. Хм, страшилки Райана. Я и не знала, что детей это так пугает. Так себе из нас вожатые. Да. Заметили. Дайте посмотреть. Дайте посмотреть, блядь. Дайте почитать. Привет, мама. В лагере так здорово. Мистер Хэкетс столько всего рассказал нам о природе и о том, как выжить в лесу. Мой друг Джош сказал, что видел призрак женщины. Я думаю, что он соврет, чтобы меня напугать, но я нарисовал его портрет. Ее портрет. На вид она очень злая, но мне кажется, иногда люди злятся просто от того, что им очень грустно. Завтра мы отправимся в плавание по озеру поскорее бы. С любовью, Роуэн. А, не, стоп, это не то место, где мы сидели вроде. Или то. Ведь вот, не понимаю. Это вообще пиво, блядь? Не пиво? Ты пиво? Хуй знает. Так, туда нам пройти нельзя? Или можно? Можно. Нет тут карт Таро. Видимо, нет. Ладно, идем дальше. По дороге встретиться. У нее там зарядка не качается уже, там все светит, светит. По-моему, когда она себя снимала, там ее не так много было. Оп. Надо уходить. Хуяк и никого, блядь. Как-то, будто бы никто не наблюдает. Так, заваленная лесенка. Это из-за дождя. Оползни там, или как там называется? Как-то, я не помню, как это по географии, блядь. Высокая сила тяжести, низкая сила трения, или как, блядь, я не помню. Или что-то типа того. Если кто-то реально смотрит эти прохождения, напишите в комментариях, как правильно. Тем, может, я сам посмотрю.
такое свечение прикольное. Синенькое. Это от Луны? Это вроде от Луны. Или от неба. Или совместно. Так, там еще один был путь, но... Блин, пошли сюда, так что... Все, идем здесь. Ой, блядь, я уже понимаю, что придется бежать, прятаться и все такое. Как, лучше по низу идти или... Наверх, пойдем наверх. Тот путь выглядит слишком просто. И страшно. Этот путь как-то больше меня завлекает, поэтому пойдем сюда. А тут узкая тропинка. Может, мы этого вырубленного Джейкоба увидим? Оп. Чё там? Во, а вот здесь он и попался вроде. А мы туда не можем идти, поэтому пойдем сюда. А тут все равно пути переплетаются. Да, чё, сходим здесь? Может, есть карта Таро, которую я не увидел пока что. Я забываю про то, что есть кнопка L1, то, что можно быстрее передвигаться с помощью нее. Так, нет, тут ничего нет. Идем наверх. Жалко, наверх нельзя посмотреть на Луну. А, вот коттедж, кстати. Блин, так близко был. Все это время так близко был. Остальные там по лесу бродили постоянно. Ёпта, ладно. Сейчас Сэм за несколько минут дошла до него. При том, что мы еще там кругов понарезали. Так, эта дорога ведет в лес. Ночью тут гораздо сложнее ориентироваться, чем днем. Видимо, я зря сюда пошел. И вверх. Да, сказал, что я зря сюда пошел, надо было просто катать сразу же. Все, идем. Идем. А где мы? Не понял, блядь. Где коттедж? Мы его только что видели. Блядь. Сука. Это было так ожидаемо. А, ну вот все. Теперь беги. Нет, не надо. Один укус. Сам знаешь. Интересно. Я такого еще не делал, пап. Не будем. Детки. Сын, что? Оп, да, заметили. Эй, ты! Хорош ерзать! Дай шприц. Куснули ее, па. Откуда мне знать? Я не знаю. Так, а шприц дай, уже... Шприц уже это... Стремно звучит. А ну, отвали от меня! Отлично. Стрелять он вряд ли будет. И вниз. Да, да.
херак. Может, не стоило? Тут же, блять, каждое действие на что только не влияет. Так, не ладно, она в коттедже. Она в коттедже. А в коттедже у нас никого. И двери она не закрыла. Что-то не так. Блять, я тебе хуй, что-то не так, блять. Эбби? Блять, могла бы дверь за собой закрыть, а? У тебя там сзади два охотника, блять, еще оборотни вот эти вот. Райан? Я решила свалить. А машина-то не заводится, блядь. Мне не рекомендовала бы до утра здесь ждать в ней. В принципе, очевидно, что этого и не будет. Так, мы снова тут. Эбби в шоке. Мертвецы обычно не прыгают. О, у Кейтлин кровь появилась, все. Не убегают в лес. Да правильно, все. Эбби, он хотел напасть. Ты защищалась. Я в этом не уверена. Точно. Нет. Нет. Или ты, или он. И, ну, это был не наш ник. Это просто пиздец. Эй! О, черт! Куда делся Крис Хэкет? Давай так. Кто там? Помогите! Прошу! Кто ты? Меня зовут Лора Кирни. И? И впустите меня, тут опасно! Да, там какая-то чокнутая людей убивает! Не убиваю людей. Охренеть, ты Лора Кирни. Ты Лора Кирни? Да. Ты должна была работать, помогать в медпункте, но так и не приехала. Ты и тот парень, ну... Макс. Да, Макс. Да-да-да-да-да. Мистер Хэкет сказал, что вы в последний момент передумали. Я думаю, мы должны ее выслушать. Внутри. Давай, интерес. Ладно, я открою дверь. Медленно. Не опускай руки. Окей. Ну там и сидит бедная, бля. Ой, здорово, бабка. У нас тут две карты. Мы снова здесь. Джокер красный, Джокер черный, ёпта. Ха. Ты и я. И ворон. Давай-ка еще разок. И куча черепов. На твои находки. Или эти черепа. Справедливость. Око за око. Может, не в прямом смысле, но причина и следствие. Действие и результат. Во всем есть баланс, и каждый из нас помогает поддерживать равновесие. Так ведь? Луна, как уместно. Именно этой ночью взять свой страх и волнение и обратить их в интуицию. Если сумеешь и все спланируешь, это может спасти тебе жизнь. Mm-hmm. Скажи мне, хочешь ли ты увидеть одно из событий? Я думал, очевидно, справедливость выбрать. Произойти. Сейчас думаю, еще он с луной.
Ай, да ты по-любому видел больше. Ну, решай же. Не, все-таки справедливости выбрал. Изначально про нее думал. Выстрел. Ну, ступай. Все, кыш. Минус одна тварь. Разве это не прекрасно? Минус одна... А, я понял. Задумался на секунду. Что минус? Что за минус одна тварь? А, это минус один оборотень же. Это вот эта вот дочь. Чувака. Глава 7, груз так, прошлого. Думаю, на этом все пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на другие соцсети указаны в описании. Все, всем спасибо. Всем пока.